Друзья, всем салют! Вы на канале Гарик Талисман ТВ, и сегодня у нас на повестке дня интервью Ксении Собчак и Моргенштерн. Как говорится, не прошло и полгода, а в данном случае и полдня с момента выхода интервью. И вот уже Следственный комитет России угрожает новым уголовным делом Алишеру Моргенштерну за оскорбление ветеранов. И на этот раз ему грозит реальный срок до 5 лет лишения свободы. Рэпер Моргенштерн раскритиковал миллионные траты на День Победы. Ксения Собчак, в свою очередь, назвала показной патриотизм пошлятиной, оговорившись, что себя считает большой патриоткой. Рэпер же развил свою мысль далее. Он говорит: «Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад, и из года в год на это тратятся миллионы. Что-то празднуют, всем что-то доказывают, показывают, не знаю. Может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем больше. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то кто-то победил что-то, я даже не знаю что». Адвокат певца Сергей Жорин сообщил новостям, что Моргенштерн готов прийти к следователю и дать объяснение по поводу своих слов. По словам Жорина, в высказываниях его клиента нет состава преступления. Да и сам Моргенштерн поспешил принести свои извинения прилюдно всем, кто неправильно его понял. Но, как говорится, слово не воробей, и кто надо, все поняли именно так. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. Подписывайтесь, если вы еще не сделали этого. И до скорых встреч. Пока-пока.